Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Vitz в черном цвете 2018 года выпуска на бензиновом двигателе объемом 1 литр, мощностью 69 лошадиных сил, АКПП, передний привод. Автомобиль на хорошей резине, имеется камера заднего вида, ветровики, повторители в зеркалах. Пробег автомобиля 111 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженная ткань. Имеется мультимедиа, стандартная печка с кондиционером, помощь в предотвращении столкновения, система курсовой устойчивости, кнопка старт-стоп, электрорегулировка зеркал, корректор фар, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.